Всем привет на канале Лу Дачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему миграционной политики в Германии, реакции политиков на происходящее в стране и поведение мигрантов и беженцев, приезжающих в Германию из различных стран. Сегодня у нас речь с вами пойдет об одном юноше 17 лет возраста, родившемся в городе Алеппо, приехавшем несколько лет назад сюда со своей семьей из Сирии, в поисках убежища, в поисках мирной жизни. На данный момент на счету всей семьи папа, мама, два сына и дочка записано 110 уголовных дел. Вы можете себе представить? Довольно-таки обширный список. А вот теперь переходим к этому 17-летнему подростку. 5 августа этот юноша, 17-летний, родившийся в Алеппо, напал с ножом на семью в пешеходной зоне Штутгарта, как сообщила газета Bild. В результате этого нападения трое мужчин получили тяжелые ранения, одному из них пришлось оказывать серьезную медицинскую помощь, и он находится до сих пор в реанимации. Сирийский подозреваемый предстал перед судьей в субботу, 10 августа. И как далее сообщает газета Бильд. Оказывается, этот 17-летний парень был известен полиции в течение нескольких лет подряд. Объясняю почему. За последние 32 месяца он совершил 33 уголовных преступления. А вот 5 августа к этому списку добавилось его 34-е. Его все считают очень агрессивным и жестоким, но он тем более, вернее, тем не менее, свободно разгуливает по Германии. Полицейское досье на этого юношу, 17-летнего подростка, достаточно таки длинное. Сообщается, что сириец, проживающий здесь в статусе признанного беженца, совершил 15 краж в магазинах, по данным газеты Bild. Помимо кредитных махинаций, порчи имущества, нарушения закона о наркотиках, то есть продавал, покупал, мошеннического получения выгоды, через социальные службы, принуждение угроз и опасных телесных повреждений. После нападения в пешеходной зоне Штутгарта во вторник 6 августа, да, к этому добавилось еще покушение на убийство. В настоящее время этот 17-летний подросток находится под стражей. А вот теперь вопрос об исключении молодого особо опасного человека должен быть рассмотрен в Штутгартском региональном совете. Однако исход разбирательства не ясен, так как Германия в настоящее время не депортирует беженцев в Сирию, потому что в тех местах, откуда, допустим, при приехала эта семья, все еще идут боевые действия. Для справочки, на счету всей этой семьи 110 уголовных дел кражи, шантаж, порча товаров в магазине, попытки избиения простых людей и т.д. и т.д. и т.д. 110 уголовных дел и только 34 на вот этом бедном юноше. Ладно, идем дальше. Мануэль Хагель, председатель ХДС в земле Баден-Вюртенберг и лидер парламентской группы в земельном парламенте выразил газете Бильд недовольство текущей миграционной политикой федерального правительства. Серьезно, мы тоже все недовольны, но тем не менее, в страну ежедневно приезжают сотни таких, вот как этот юнош, готовых показать свои мясницкие способности на простых людях с использованием ножа. Этот человек призывает к срочному переосмыслению миграционной политики. Он критикует неконтролируемую и отрицательную, отрицающую реальность миграционную политику коалиции «Светофор», которая теперь отражда... отражается в статистике преступников, в виде преступности. «Теперь последний человек в стране должен понять, наконец, что это не единичные случаи», сказал Хагель в в интервью газете Bild. Одним из его главных требований является общий запрет на ношение холодного оружия, имеется в виду нож, в общественных местах. Также он выступает за репатриацию таких беженцев в Сирию. Далее, по его словам, для беженцев из Сирии на родине есть безопасные регионы, куда они могут вернуться. Это также недавно было решено абсолютно всеми судами в Германии. И правительство тоже об этом говорило, что в Сирии достаточно территорий, на которых вообще не было никаких военных действий. Но тем не менее Германия с распростертыми руками принимает таких вот ушлепков, извините за выражение, и дает им возможность разгуливать по улицам с ножами и нападать на простых граждан, вообще не имеющих в голове никаких мыслей о том, что они могут быть подвергнуты какому-либо нападению или стать жертвой на ножевой атаки. Марио Фойкт, главный кандидат от ХДС в Тюрингии, также призывает к решительным мерам. Он сказал газете Bild, что федеральное правительство должно наконец действовать и подкреплять слова делами. Это также включает депортацию в Сирию. Фойкт подчеркивает, что особо криминальные беженцы не имеют права оставаться в Германии. Но люди, у которых нет перспективы остаться в Германии, также должны быть репатриированы, заявил он. Теперь давайте мы с вами просто поговорим о том, почему если этот 17-летний подросток был известен полиции и на него была заведена целая база данных, на, дан, на сегодняшний момент уже на 34 преступления, все еще находился на свободе если он постоянно не проходило и одной или двух недель, как он совершал какое-то преступление. Я не уверен в том, что он совершил 34 преступления. Тут может быть и намного больше. Тут может быть и 50, и 60 преступлений. Просто он попался на 34 преступлениях. И опять-таки, заметьте, это 17-летний подросток. Подросток. А когда такие вот э, бандиты нападают на людей, когда такие террористы разгуливают по улицам и убивают людей, правительство не хочет понять, что это не подростки, это уже состоявшиеся уголовные элементы, от которых просто-напросто в стране нужно избавляться. Кто там у нас говорил? Нэнси Фезер, министр. Чего там она у нас министр? Ах да, внутренних дел, извините, настолько я уже просто запутался во всех этих делах, что когда видишь ее лицо, думаешь, блин, это фотомодель или все-таки министр иностранных дел? Ну, наверное, все-таки министр иностранных дел. Она же заявила, что в Афганистане и в Сирии есть места, куда мы можем свободно отправлять всех тех, кто не желает жить в нормальном демократическом обществе. Ну так в чем же дело? Нэнси, блин, в чем дело? Давай, отправляй всю вот эту семью, на счету которой 110 уголовных дел. И что интересно, вот папа этого Халиля, 17-летнего подростка из Алеппо, на опросе в полиции следователям сказал, что его сын не виноват. Они сами на него напали. А получилось как? Сын со своими братьями и со своей сестрой шел по улице, а у сестры на цепочке висел знак, который выражает противоборство с сегодняшним действующим режимом Башара Асада в Сирии. И тут проходящие мимо них немцы увидели этот знак на цепочке у его сестры и начали ее избивать, сломав ей нос. Братья, по словам этого папаши, вот этого 18-летнего убийцы, ну, преступника, по словам папаши этого преступника, братья пошли дальше, а он единственный этот халиль, кто остался и вступился за свою сестру, которая была подвергнута нападению со стороны расистов. Так он сказал следователям. Он вступился за свою сестру и. У меня вопрос: ладно. У меня вопрос: естественно, в эту идиотскую сказку не поверит ни один следователь, ни один полицейский. Но папаша хочет э, отмазать своего ушлепка. У самого рыльца в пушку, да? У самого-то рыльца в пушку. Кто-нибудь мне объяснит, как выглядит знак противоборства с действующим режимом Башара Асада в Сирии? Я лично таких знаков нигде не видел в виде кулонов или в виде каких-то подвесок, или в виде сережек для ушей. Что за чушь он вообще несет? Такие люди, как вот этот вот отец со своим семейством на сегодняшний день, имеющие на своем счету 110 уголовных дел, они просто не имеют права находиться в нормальном обществе. Они не имеют права находиться вообще в стране. Их нужно депортировать. Вот, пожалуйста, вам реакция баварских властей на то, как здесь вели себя вот эти вот албанские и молдавские бандиты. Мелкие криминальные элементы, которые воровали велосипеды, в машинах воровали дорогие вещи, там, кошельки, телефоны, залезали в квартиры. Баварское правительство просто-напросто, я в одном из видео вам уже говорил, собрало вот эту вот толпу 40 человек и отправили сначала 25 человек, высадили в Тиране, потом полетели в Кишинев. Кто-то мне сказал, конечно же, в комментарии написали, а что бы и от них не избавляться, ни от Албании, ни от Молдавии, Европе нет никакой выгоды мол, нет никаких э, полезных ресурсов ископаемых, и вообще экономика в этих странах никакая. Хорошо, тогда я обращусь к вот этим вот комментаторам, которые так сказали. А какая выгода Германии от Сирии и от Афганистана? Ну да, в Афганистане самые крупные залежи вот эти, э, разработки э, бриллиантов. Хорошо, допустим. Но Германия к этим бриллиантам не имеет никакого отношения. А что в Сирии? В Сирии, что там, по-моему, вообще нифига нету. А почему не отправляют вот этих вот сирийских и афганских беженцев, этих мигрантов, в основной части нелегалов, обратно в их страны? Объясните мне, где логика в ваших высказаниях по поводу того, что вот в Молдавию отправили, в Албанию отправили этих бандитов, а в Сирию и в Афганистан, и даже в Пакистан не отправляют. Где логика? На чем замешано наше правительство, что оно не хочет отправлять вот этих вот бандитов, уголовников обратно в их страны? Мне кто-то как-то сказал по поводу одного видео, еще когда был чемпионат Европы по футболу здесь в Германии, я там рассказывал один из случаев, один из сотен случаев, когда немецкая, немецкая пограничная полиция развернула семью из пяти человек афганцев обратно в Польшу. Они поймали их при переходе через польско-немецкую границу, увидев у них статус беженца, выданный в Польше, развернули их и сказали, вам в Германии делать нечего. Брысь сюда, ну, грубо говоря, Дональд Тускв начал возмущаться и потребовал от канцлера Шольца чуть ли не извинений за правонарушения, которому были подвергнуты афганские беженцы, получившие статус беженца в Польше. Это, это был один случай, из которого я вам только рассказал. И даже здесь появились люди, которые сказали, что, мол, эти мигранты имеют право жить где хотят. Да ради бога, пожалуйста, мы тоже живем там, где хотим. Но извините, мы все, приехав в другие страны, не показываем свое фе, не показываем сразу же, вот кто мы такие крутые, вы все балбесы, а мы все умные. Мы не суемся в чужой монастырь со своим уставом. Это раз. Второе. Мы чтим и уважаем законы и порядки той страны, в которой мы находимся. Будь то временно, как туристы или как командировочные, или как новые жильцы, как мигранты или эмигранты. Мы приезжаем в другую страну и пытаемся адаптироваться под законы и порядки той страны. Что же делают эти мигранты? Они приезжают сюда и пытаются подстроить страну под себя, а не себя под эту страну. Они требуют, чтобы люди начали уважать их какие-то непонятные, не то что законы, а их верование в то, что, допустим, избить человека на улице ⁇ это нормально, это так и должно быть изнасиловать свою бывшую подругу, которая вообще вот был, кстати, один случай тут, я его вам не, не рассказывал, не затрагивал, потому что случай довольно-таки мерзкий, один марокканец довольно-таки долго избивал свою бывшую подругу, уже беременную, не от него беременную, пытался ее насиловать, его ловила полиция, его сажали в камеру предварительного заключения. Последнее, что он сделал, он поймал ее перед, ну, на, их пригласили, их общие знакомые на Новый год, на вот эту тусовку, тусовку празднования Нового года. Он там прицепился к своей бывшей знакомой, она была уже на высоком сроке беременности, он начал избивать ее ногами в живот, люди вызвали полицию, вызвали скорую, его пытались усмирить, он как якобы... Ее бывший поехал вместе с ней в больницу. Вопрос, нафига? Его вообще туда пустили. Он поехал туда, в эту больницу, еще пытался в приемном покое ее избивать, пока врачи, наконец-то, его тем не заломали, не успокоили. Медбратья хорошие попались, наверное, с опытом общения с такими идиотами. И его сдали в полицию. Над ним ведется сейчас уголовное дело, суд судебное разбирательство. А этот человек, вот о котором я сейчас говорю, утверждает на суде, что он поступил по законам шариата, что если женщина хотя бы один раз в жизни была под ним, то она навсегда Аллахом приписана к нему. И она не имеет права идти с каким-то другим мужчиной, неважно, общается она с этим вот дальше или не общается. Такие люди, приезжающие сюда и пытающиеся устро установить свои законы, ну нафиг тут не нужны, честно слово. В любой нормальной стране такие нафиг не нужны. Мне, конечно, интересно, что будет с вот этим вот 17-летним изгоем общества, который приехал со своей семьей сюда из э, Сирии, успел за несколько лет, ну, за неполные три года совершить 34 уголовных преступления. Заметьте, я уже говорил, это преступление, за которое он попался. За которое он попался. А ведь он мог совершить еще целый ряд преступлений, или уголовных, или административных, которые остались неизвестны полиции. И это еще предстоит полиции выяснить. Это предстоит разобраться следователем прокуратуры, которая наконец-то взялась за этого. 17-летнего мальчика, приехавшего сюда с тяжелой психологической травмой. Как сказали бы сейчас всякие вот эти вот ультразеленые, ультралевые гуманитарные и сердобольные организации, что мы должны адаптироваться под вот этих вот беженцев-мигрантов. Если он хочет порезать кого-то ножом, ну, пожалуйста, вот там он сонная артерия, вот там только не промахнитесь, да? Вот так, что ли, мы должны поступать? Извините, но любой нормальный человек, имеющий хотя бы хоть какую-то какую логику в своей голове, скажет: извините, такое Гуану нам в стране не нужно. Такое Гуану, он пусть подванивает где-нибудь у себя в африканской саванне или где-нибудь в прериях, блин, среди кактусов. Здесь оно не нужно. Здесь люди привыкли жить спокойно, нормально, привыкли работать и не бояться за свое будущее, не бояться за будущее своих детей. Вот и все, что я хотела вам сегодня сказать. Это действительно один из вопиющих случаев немецкой хромоногой миграционной политики. Многие наши министры просто-напросто закрывают глаза на эту политику. Вернее, не на политику, а на то, что творят вот эти вот мигранты и беженцы с этой политикой. Они просто-напросто закрывают на это глаза. Помните, как был фильм ⁇ Обыкновенное чудо ⁇ и там Евгений Леонов играл короля. И вот он говорил как-то, когда, когда жену моего дяди грабители, бандиты убивали, пытаясь ее ограбить, он стоял в сторонке и говорил, потерпи, может обойдется. Получается, что наше правительство такое же, как тот король, роль которого играл Евгений Леонов в фильме «Обыкновенное чудо». Нас бьют, а наше правительство нам говорит, потерпите, ему что обойдется. Что значит обойдется? Что значит потерпите? Вон, смотрите, что творится сейчас в Англии. Англия стоит уже на грани гражданской войны. А ведь они самые первые вышли из ЕС, потому что не хотели принимать мигрантов. Но все равно к ним мигранты перли, все равно они перли и прут. Риши Сунак свалил нафиг премьер-министр, Тут же закрылась программа выплаты вот этой Руандии или Уганде кому-то из этих сумасшедших вот этих миллионов э, фунтов стерлингов ежегодно на строительство лагерей и адаптацию этих мигрантов. Тут же мгновенно закрылась на следующей неделе вся эта программа. После того, когда он ушел в отставку со своим кабинетом, деньги ушли в небытие. Ну, это так, в небытие. Мы то знаем, в чьи карманы они там попали, всех этих функционеров африканских. И что теперь? Теперь всякие уроды, которые режут маленьких детей, ни в чем не повинных детей, убивают, разгуливают на свободе. Естественно, население поднялось, и ультраправые, и простые, естественно, поднялись на протест против политики в стране, против политиков в стране и против миграционной политики. Они требуют, ну, естественно, это слишком радикальные меры, чтобы избавиться от всех мигрантов вряд ли правительство на это пойдет. Но нелегалов нужно вышвыривать из каждой страны туда, откуда они приехали. Пусть то транзитная страна, пусть то страна, где они родились, вышвыривать их, чтобы здесь их не было. Кто-то сказал, какой вы расист, какой вы ашист. Да ничего подобного. Ничего подобного. Любая страна так поступает. Если в стране, если в правительстве сидят нормальные политики, думающие в первую очередь головой о своем народе, а не как Анна Лена Бербок два года назад в Праге на встрече с политиками и журналистами, заявила: Пока идет война в Украине, мне абсолютно все равно на чаяния и проблемы моего населения. Я всей душой нахожусь в Украине. Ну так и едь в Украину, дорогуша. Едь в Украину, блин. А я скажу вам, почему она туда не едет. Она же каждый месяц 11,5-12 тысяч евро тратит на свой стилиста и парикмахера. А в Киеве таких денег она не сможет никому, вернее, нет, она-то сможет такие деньги там заплатить, да просто, наверное, там парикмахеров нормальных нет, поэтому она туда и не хочет ехать. Поэтому просто сидит здесь, каркает, что она всей душой с ними, а живет Тут и как, икра красная, икра черная, а это заморская икра баклажана. Вот ей хочется есть икру заморскую баклажанную, но здесь, в Германии. Вот такие вот были на сегодня новости. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк. Если кто желает стать платным абонентом этого канала, чтобы раньше других пользователей узнавать все видео новости, Подписывайтесь. Подписка стоит буквально пару копеек. Вам будет интересно, и нам будет приятно. Всем удачи, не болейте. Пока.